Aquacell. Я соучредитель и основатель, сооснователь компании, которая занимается промышленными системами очистки воды. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это глобальная проблема загрязнения воды. То есть в нашем случае в России с этой проблемой сейчас сталкиваются, конечно же, ЖКХ. Это всевозможные, это снабжение чистой водой городов, поселков, микрорайонов и так далее. Все возможные производства, в том числе и практически вся пищевка, теплоэнергетика, атомная энергетика. Ну, практически в каждой отрасли найдутся проблемы, которые мы решаем именно с точки зрения очистки воды. Что мы предлагаем? Мы предлагаем, и наш продукт – это станции очистки воды любого различного назначения для любых целей. В данном случае мы их производим, мы их проектируем, изготавливаем, осуществляем монтажные работы, пусконаладочные и оказываем в том числе еще сервисное обслуживание. Как любая сложная инженерная система, эти станции требуют технического обслуживания, это отдельное направление, которое также развивается. На данный момент, что у нас, наша бизнес-модель? Средняя стоимость проекта – это 5,7 миллионов рублей. Стоимость проектов может достигать там, до 150 миллионов рублей. Это как раз-таки сложные проекты, например, нефтегазового сектора. Наш проект, бизнес-модель, значит, заключается в контракте, заключение контракта, договора, проектирование, производство и поставка и оплата по контракту. Как правило, 30-60 дней, бывает и более. Именно включая эту бизнес-модель, поэтому нам нужно инвестирование именно в оборотные средства. Мы разделили наши проекты на А, Б, С по сложности. А – это самые интересные и привлекательные проекты свыше 50 миллионов и сроком исполнения более 6 месяцев. Категория Б проектов – это менее 50 миллионов. Как правило, это как раз-таки на города системы очистки, на небольшие коттеджные поселки и так далее. И С – самые маленькие проекты для нас. Рынок, сейчас мы его оцениваем порядка 10 миллиардов в год, и он растет порядка 10-15%. Реально достижимая доля рынка 2-3 миллиарда в течение там, ближайших 2-3 лет. Текущая стадия, что мы из себя представляем? За 2018 год мы уже заключили контрактов на 120 миллионов, мы их реализовали уже. И стремимся, соответственно, к миллиарду в 2021 году. Построено больше 40, сейчас на самом деле 48 станций очистки воды уже по всей России. И сейчас в процессе происходит, ну там у нас одна станция в Воронеже, Воронежской области, и 4 станции в Воскресенске. Что мы предлагаем инвесторам? Нам необходимо инвестирование под проекты, это порядка 100 миллионов. Под 26% годовых, под конкретные контракты. Либо мы привлекаем ключевого партнера, ключевого там, соинвестора и предлагаем долю в компании 50% и 24% годовых, плюс доля, соответственно, 50%. На этом все. Спасибо.